проснулись от того, что начали бомбить конфетную фабрику возле нас, скинули большую бомбу. По жилым улицам, по жилым домам начали с града просто бомбить. Летит самолет, скидывает бомбы. Мы спаковали вещи, схватили то, что могли, и с сыном. Шли пешком до гостиницы Градецкой по центру. Над нами свистели, снаряды летели, падали на жилые дома. Подосовка, жилые дома, которые люди, ну, частный сектор, полностью разбит. Просто разрушают город, бьют по жилым домам.